Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Вот с тремя нихуя не получается. Что, не после трансы? Да не, ты скинь сейчас, а я это... Я потом два. Пипер. Привет. Привет, чё, люди. Чё подписать? Привет. Да просто напиши так. Да вот ты только скажи, когда будешь это отправлять. Всем привет. На. Все тигрятам привет. Присоединяются люди. Воу. На Бови цены нынче вообще нормальные. Но не обязательно покупать Бови, раз уж один еврей не смог купить. Вот. Но сейчас появятся здесь циферки. Архангельску привет и всем городам. Появятся циферки здесь, которые можно, это будет, если что, на разъеб там миксером и все такое. Слово СПБ выживает сильнейший. Вызывает. Слушай, что-то это. Нет, ни хрена. Ну, сейчас подожди, появится. Блядь, почему мои сообщения говорятся? Прикреплено Виктору на пиво. О, круто, да, в натуре. Человек попозже присоединится. Йоу, всем салют, Тимур, привет. Че, ребята, как дела? Всем круто. В общем, цены на Бови вообще такие дорогие, поэтому, блин, я сам себя не могу иногда содержать. Поэтому, если есть желание небольшое как-то помочь и разъеб миксеру на миксера и на прочих, вот, то циферки здесь есть в описании, прикрепленное сообщение. Вот, это все по-братски, от души. И с вами чокнусь. С вами чокнусь для тех, кто с нами. Вот, по поводу звонков посмотрим кто-нибудь. В общем, что, погнали? Ребята, давайте вопросы. Сразу скажу, спойлеров никаких не будет. Справа нет никого. Кто справа? Справа нет. Вверху нет. Внизу нет. Внизу только слово СПБ, где выживает сильнейший. Миксера 2. Бови, правильно, Бови. Ну, давайте сразу по миксеру. На какое пиво? Пиво Хайнекен. Так что, Катюха, закидывай. Вот, клевер. Кстати, в клевер. Давай сначала про клевер. В клевер сегодня первый раз я поиграл. Ну, слушайте, ответьте на 12 вопросов и 200 рублей заработать. Это сильно. Так что, мне кажется, это какая-то, знаете, такая немножко фигня. Но вообще круто. Вот, по поводу третьего этапа, я, конечно, не буду там требовать, что типа, блин, ребята, мне 10 донатов, и я сразу вам 10 фактов каких-нибудь про battle rap, вот, но чтобы Бови головка была заряжена, ее надо всегда поддерживать, вот, короче, первый спойлер, бесплатный спойлер, кто скинул, кстати, если, мало ли, вы там благодарите меня, и скидывайте какие-то эти, да, копейки там или миллионы, то сразу, короче, это, короче, говорите мне, я всех запоминаю. Вот, сразу спойлер, третий этап был. Все, пока хватит, первый. Пем, привет, шум нравится, шум крутой. Да, по поводу Версуса, футболка Версуса сегодня в слово СПБ, ну, блин, я как бы круто ко всем отношусь, поэтому это нормальная тема, вот, ну и не забывайте, что я продался, вот, там, кстати, исчезла, да, эта история продажная, о, и ребята, кто-нибудь купите спойлеры, а если прям совсем нормально пойдет, то я могу и читануть 4 строчки каких-нибудь, да, со следующего батла, то есть с предыдущего батла, который уже был. Вот, когда будет реклама чего-то покруче. Кстати, народ, как вы вообще относитесь к рекламе, когда вы читаете исполнителя или видите исполнителя, и он оставляет какие-то рекламные эти интеграции, сообщества? Вот, напишите, и мне кажется, это
немножко подбешивает, да, когда чувак реклама. Но вы поймите, что, видите, мы батл-рэперы нищие, нам немножко надо поддерживать, тем более я ушел с работы, так что все нормально. После второго этапа будет третий этап, вот. Норм рекламка, спасибо, спасибо, плохо. Ну, блин, понимаете, надо продать, это, кто не скучный еблан, тот продается, правильно? Только скучные ебланы тоже продаются, но их покупают дешевле, это же логично, вот. Реклама футболки, микс, сколько получается за один батл с ФБ? 0. Прикиньте, сколько у меня там было побед. 2 батла, 2 победы, 0 денег. Вот. КПСС сегодня посмотрели клип, да. Это как-то прикольно. Очень забавно. Лям, ну, уже меньше ляма. У нас же уже вычли, да, по 40, получается, тысяч за первый раунд. Вот. Так что, это так себе. На самом деле. Вот. Версус или слово СПБ, нет такого ответа. Вот. Какую-нибудь смену. Сметану, домик в деревне. Я, мать твою, сельский говнюк. Так и надо. Я буду рекламировать только самую четкую рекламу. Сметану, то есть. А, блин, запорол. Пиздец. Давно не флипал. Надо это, пофлипать. Блин, ну, как я на что живу? Короче, я работал. Я до 1 августа работал. И я просто не... стал продлевать контракт, потому что работа надоела, и чтобы чуть-чуть развеяться. Вот, батл на слуху не будет. Привет, привет, Саня Лысмак. Вот, и, короче, до 1 марта я, ой, до 1 августа я работал, и все. Ну, там чуть-чуть, привет, привет всем. И чуть-чуть как-то это, ну, денег-то подскопил, я ж не бесплатно работал. Вот, и поддерживать боеголовку немножко хватает средств. Вот, работал я в компании, не буду ее называть, в общем, мы модернизировали... 3 вокзала к чемпионату мира в Питере. Вот. Ну, как бы чемпионат мира прошел, но уж в России, и вокзалы до сих пор модернизируются. Вот. Но мне надоело, короче, это модернизировать, поэтому дальше. На третьем этапе забывали текст? Не скажу. Голос красивый, спасибо, петь не буду. РБЛ или Фиделио? Ха, ну, конечно, РБЛ. Вот, РБЛ это круто. Спасибо за это. Где Сережа? Сережа придет? А, какой Сережа? В смысле? Вы думаете, Сережа Абалбиск, самый крутой батл-рэпер, который со мной в трансляции будет. Вот. По поводу, когда выйдет Сеймур Леха. Я не знаю, когда выйдут те батлы с Москвы, и у нас вообще нет этого понимания сетки, когда будут проходить батлы, когда будут выходить. Вот. О чем эфир спрашивают? О, Надя, привет. Надя, эфир о том, что был третий этап, если тебе это о чем-то скажет. В смысле, третий этап это, ну, не что-то запрещенное. Тут просто начинают меня смотреть и смотрят знакомые люди, которые не знают, что такое батлы. Поэтому вот. Сейчас рэпер придет. Да, конечно, это Сеймур. О, я слышу смс-ки в другом городе с смс-ками, да. Пишите мне, короче, потом в личку, да, кто скидывал. Я прям это, ребята, это, всем салют, всем скажу. Привет с Украины, привет Украины. Майлз здесь, Майлз, братишке Майлзу. А, Леня, брат, если ты хочешь поболтать, давай это, набирай мне, поболтаем, спросим, чё кого, спойлер какой-нибудь расскажешь бесплатный, вот. Раз ты не скучный еблан и здесь. Вот. Короче, поставьте палец вверх, плюсики, если хотите, чтобы сюда Лео Майлз ворвался и показал вам, кто тут бог слога. Пау! Микси Каноби я тоже посмотрел. Ну, у Микси прикольный был момент с этим, с батл, типа, батл-рэперы, но... Всех знаешь батл-рэперов? Да, знаю всех. О, пошли пальцы вверх. Майлз. На-на-на-на, тигра. Блин, Майлз занят. Майлз опять с телочкой гуляет какой-то. Вот вспомните себя в 18 лет. Я, конечно, понимаю, что многим из вас еще нет 18 лет, но вспомните, Северодвинску привет, вспомните вас в 18 лет, и вы тоже гуляли с телочками, и Майлз, скорее всего, какой-то с тигрицей сейчас гуляет. Поэтому, ну, не может позвонить. Майлз, мать твою, спасибо. Спасибо, Леня. Накидайте плюсиков Майлзу. Микси или Огил? Огил. Вот, давайте я все равно не скажу, с кем батл был, вот, ну, третий этап был, можете не спрашивать, это Кишиневу, Молдова, привет, салют, мне 30, смотрю батл, вот, кстати, респект людям,
Витя или Бови. Витя Бови. Респект, короче, я расскажу сейчас про ник, про свой. Респект людям, которые смотрят батлы вне зависимости от возраста. Да, то есть реально на улице подходят люди разные. Дяденьки прям взрослые, и молодые люди, и девушки. Поэтому прям вообще это... респект всем, кто смотрит батлы. А между кем финал, не знаю. Короче, мой ник Витя Бови. Смотрите, как родилось про ник. Буквально пару незанудных слов. Ник образовался от имя, фамилия. То есть Бови, да. Фамилия начинается на Бо. Фамилия ВКонтакте неинтересная, но в этом нет никакой тайны. У меня 11 лет страница ВКонтакте, и все 11 лет была настоящая фамилия там написана. Вот, поэтому в этом никакой тайны нет. Ну, фамилия не Бовин. У меня лет 27. И, короче, вот, всегда ник был Бови, и творчество с 2007 года я занимаюсь, поэтому в 11 лет был ник Бови. Когда я пошел участвовать в офлайны, именно в офлайн батл рэп, на слово СПБ как раз, слово СПБ, Тит Пулеон, вот, и, короче, просто я решил как-то разграничить творчество, я думал, что я им продолжу заниматься, вот. Спасибо, что кто-то палит мою фамилию, но, в принципе, в этом нет тайны, поэтому это никакого секрета нет. Вот, все, кто надо, знают мою фамилию. Вот, и поэтому я решил как-то разграничить эти никнеймы, и Витя Бови просто то же самое, большими буквами. Вот все. Мне практически 27 лет скоро будет. Я из города Архангельска, и, к сожалению, я батл-рэпер. Вот. Потом по поводу EP, не знаю, когда выйдет. Я почему богатырь ростовский? Типа Архангельск. Архангельск, салют! Люблю Архангельск, не знаю, когда приеду. Вот. По проходке Стефана, да, там. Майлз, ты чего всех девочек у меня забрал, а? 18-летних, и гуляешь с ними. А я тут сижу один, от меня даже батл-рэпер крутой ушел. Батл-бист. Вот, спасибо. По национальности я кто? Вы что, фамилию спалили? Блин, ну слушайте, Джон МакКоннон, Джон Левченко. Вы что думаете, он не русский? Конечно, мы все русские. Вообще-то нас набирали в сезон только русских, вот. Но потом вспомнили, что, блин, казах обязательно должен быть. И поэтому взяли казах. Казаха и русского негра. Все нормально. Вот. Лет мне 27 практически. Следующий батл, не знаю с кем. В общем, был третий этап, ничего, без спойлеров, без всяких. Вот, я сделал свой лучший батл. Вот, больше сказать ничего не могу. Вот, сделал свой лучший батл, соперник был очень крут. Вот и все. И, в принципе, батлы есть топовые. По поводу третьего этапа больше, наверное, сказать ничего не могу. Там, читайте, спонсоры. Взял бы реванш у паровоза. Да, ну, блин, понимаете, прошло куча времени. Вот, казах проиграл. Почему казах? Кстати, кто смотрел батл Смешарика против казаха, скажите, как вам? Я еще не смотрел, но я посмотрел нарезку выступления Смешарика, и у него были крутые. То есть у него его алкомозг офигенно заточен на такие штуки, как две религии, да, прям это очень круто. Хорошо выглядишь, Вить. Спасибо, Полина. Вот, привет всем. Когда выйдет батл, не знаю, когда выйдет батл. Дима Капала-Пала, привет, Смешарик топ, хуйня. Вот, короче, когда батлы выйдут, я не знаю, потому что у нас нет никакой сетки. Мы узнаем и так же, как от вас примерно. Ну, то есть, я не знаю, будут два раза в неделю третий раунд. И будет ли раз в неделю, короче. Плюс еще будет основа. И все такое. Вот. И, кстати, когда я спрашивал, когда я говорил в батле Микси с Гришей, подсказывал, что спрашивали, что я подсказывал, да, и я там подсказывал флип один, который Гриша не стал пользоваться. И казаху я тоже что-то говорил, но я не помню сейчас. Мы посмотрели мельком видео, я там прям что-то его говорю. Ну, вообще я поддерживал казаха. Вот. Потому что, ну, блин, мы поддерживаем все друг друга из своей команды, и то есть у нас нет личного никакого первенства в нашей команде, что типа, чувак, ты, сука, обосрался, у тебя 0 баллов, а у меня 3, пошел нахуй, казах, чмо. Вот, такого у нас в команде нет. Вот, вы только это не вырезайте и не скидывайте ему, вот, это он все-таки приедет потом ко мне как-нибудь вписываться и задушит меня, и чем-нибудь своими вещами задушит. Вот. За бесконечные флипы не подъебут. Поэтому мы друг друга поддерживаем все это, конечно, у нас победитель. Понимаете, суть в чем? У нас 6 этапов, да? 6 этапов выходит в финал 2 человека.
каждый человек, да, то есть с одной команды первое место и со второй в финале, но побеждает все равно команда. То есть если ты проебываешь все 6 батлов, если ты ебаный неудачник и вообще по жизни лох, и если твой ник МакКоннен при этом, да, что логично, вот, но если твоя команда выиграет, твой чел из команды выиграет в финале, то ты МакКоннен победитель. Вот, МакКоннен, салют, это я так просто к примеру, вот, сори. И поэтому побеждает команда, поэтому мы все друг друга поддерживаем. А, флипы, блин, финал я не знаю, когда будет. Сеймур где-то здесь рядом. Вот, треки будут, но я не хочу писать треки специально, потому что пришел хайп. Потому что, блин, 8 лет я не пишу уже треков. Ты не вгрешь. Ну ладно, блин, я не выиграю. Да хрен с ним. Чувак, если я не выиграю, я вообще не расстроюсь. Понимаешь, реально. К концу батла призовой фонд может сократиться до нуля, потому что мы можем все просрать. Поэтому деньги тут вообще не важно. Хайп тоже не важен. Поэтому если я проиграю, блин, я надеюсь, кто-нибудь выиграет. Вот. Побеждает не только один. Сука, это кто? А, мне показалось, Дима Браги пишет. Нет, чувак, побеждает команда. Сука, это командная игра, понимаешь? Команда побеждает. АО плохо выступил на РБЛ, ну такое, да. Шок крутой, да. Я в основе? Нет, почему в основе? Блин, футболка, мне футболку подарил Рестер просто. Просто было пипец как жарко, я пришел выступать в свитшоте, было очень жарко. Я попросил у казаха, это прям личная такая информация, я попросил у казаха Пола, чтобы переодеться до своего батла. Вот, всем салют, кто пришел. И, короче, Рестер посмотрел, говорит, бля, это Пола отстой полный, чувак, иди возьми футболку. И респект Рестеру, мне просто подарил футболку Версуса, вот и все. Вот, и в основе меня еще нет. Ганфлат, короче, новую школу, это не командная игра, все там нахуй мозги промыли. Ну ладно, чувак, писать этот, пиши, что хочешь, это как бы хуйня. Новую школу я практически не слушаю, ни фрешманов, никого, вообще сейчас немножко я далек от русского рэпа, так, постольку-поскольку слушаю. Вот, так что мало, Смоки помогает? Нет, не помогает. Мне помогает писать текст только Сеймур, он сейчас на балконе где-то завис, вот успел прикрепить только номер моей карты, если есть желание, если вы хотите какой-нибудь слив крутой информации, может быть, 4 строчки от меня или... О! Супер, я придумал, ребята, давайте для Сеймура, чтобы он красиво ворвался, во-первых, там похлопаем, типа, Сеймур, Новый год, и чтобы проходило в интересней, и Сеймур зачитал каких-нибудь свои 4 строчки на Леху Медь, скиньте ему хотя бы 14 рублей, пожалуйста, пиво больше стоит. 14 рублей, ты что? Давай, Сеймур. За 14 рублей. За 14, да, врывайся в беседу. А почему в заявке на ФБ ты скрывал рожу? Бля, ну я некрасивый, потому что... Как бы, сори. Еее, это вечно голодный Батл Бист. Это Хасл Мэйн, бутовский убийца. Пау-пау-пау, Сережа Сеймур. Бля, как теперь держать все? Сука, вот неудобно держать все. Может, ты подвинешься ко мне? Все-таки спим сколько ночей уже. Скину 39 рублей. Чувак, за 39 рублей он тебе весь второй раунд прочитает. Вот. Это Сережа Сеймур. Кто не знает, то есть опять... Я безработный человек, так что мне даже 39 рублей вообще... Вот смотрите, топовые батл MC безработные. Вот. И поэтому я тоже решил без работы. Мы просто профессиональный батл-рэпер уже... Да, профессиональные, короче... Ну, какие-то любители, да, которые как в футболе совмещаются. Смотрите, в настройке... Да. Суть профессиональных батл-рэперов. Профессиональный батл-рэпер может не работать месяц, два, три, потом у него батл, за батл он поднимает 3 миллиона, и потом опять и ничего потом не опять делает. Просит скинуть ему 14 рублей. 14 рублей, да. Да, это. Что посеешь, то и пожмешь. Да. Серега Настин, респект. Все знают тебя практически. Видишь как. Так что за 14 рублей топовый текст против Лехи Медь. Следующий. Ты зачитал что-нибудь на миксе? Я не зачитал что-нибудь на миксе. Но батл с миксе это... Но я не скажу оппонента. То есть я мог бы батлить с Микси, да, может, я батлил и не с Микси, как бы, хз. Тут, ну, плюс-минус. Давай, читай второй раз. Раунд. Слушай, у меня пока нет пруфов, что деньги скинули, потому что телефон далеко.
Вот, вы прям напишите, я скинул только что 14 рублей. Следующего оппонента, да не знаю следующего оппонента. Нам говорят следующего оппонента за неделю до батла. А батл только этот был, поэтому не месяц-полтора. Сними кепку. Да, блин, я некрасивый. Какую кепку снимать? В смысле? Зачем кепку? Кепка в кепке крут. Вы понимаете, что это не просто кепка. Это же реклама скрытая. Кто конкретно возьмет... ФБ, тигры. Ну, это тоже скрытая реклама. Я же вам только что говорил, побеждает команда, возьмут тигры. А, микси посмотрим. Скину 100 рублей, если ты выиграешь. Не выгонят, кстати, за эту майку. Блин, я не знаю. Сеймур спалил микси. Ты что, спалил моего этого оппонента следующего или предыдущего? Блин. Ну все. Я служил недалеко от Питера. Я не с центра Архангельска. Ну, как бы с центра. Не пизди ты красивый. Спасибо. Обожаю леди, которые пишут «не пизди ты красивый». Прям... Где очки, спрашиваю? Где 3D-очки? Челка, пропуск в щелку. Ему не нужны 3D-очки, потому что я объемный. Так. Вот так вот. Нам не нужны. 3D-очки – это же образ. Понимаете, что в батле я теперь не батлю в 3D-очках, потому что «Летай», как он сказал, уничтожил мой образ. Просто разобрал пау-пау-пау-пау-пау по мельчайшим крупицам. Поэтому мне теперь образ не нужен. Я бы тебе вдул. Спасибо. Спасибо, блин. Это очень приятно от чувака. Олег Сойер в здании. Может, и не в здании, но здесь. Олег, если хочешь влететь на пару минут, давай поболтаем, спросим, как у тебя. Был ли у тебя третий этап? О, у меня Сойер. У меня спрашивают. Мы читали твой текст сегодня. Ты, бля, ты охуенный текстовик, я тебе хочу сказать. Кстати, Сойер скинул свой текст на... У тебя за подачу, правда, немного теряется крутость твоего текста, но, бля, вообще, если... Сойер очень крутой. Выйдет третий батл Сойера, вы прям офигите. Мой любимый батл-рэпер, PM-чик, Влад. PM, Сеймур, Терепсик, все такие... Так, ну что, Сойер, ты будешь с нами разговаривать? А то Майлз пошел 18-летних школьниц кадрить. Вот, она мне оставила их, сука. Сойер, расскажи, с кем батл. Врывайся. А, Сойер у тебя переманил, нахуй, все. Все, давайте я пока я пока попью это. Сеймур твой брат? На. Сестра. Смотри, какая красивая. Кто судил третий этап? Да неважно, кто судил. Многоуважаемые люди в батл-рэпе. Сьерра Леон, это инста Сеймур. Спасибо, да, парни. Моя. Да, это его. Всем. В смысле, да, прикрепленная карта, это не фейк, это нормальная. Ну, блин, это не футболка слова, это футболка слова СПБ. Ну, просто, блин, это... Как это, похоронило, очень круто отношусь. Все, пиздать на следующем батле за футболочку так-то. Да вообще, за рекламу никто не будет батлить, потому что, блин, чуваки, все это, реклама, это нормально. О, получается, за неделю пишешь текст. Офигенно, смотри, как можно сделать. Охуенно. Офигенно, ты можешь подвинуться, и мы влезем. О, просто тебя не видно. Топ. Короче, топ. Тирепс крутой. Но альбом, кстати, Тирепса я не смог. Какой рост у Оксимирона? Круглый стол заебал. Ну а чё, почему бы нет? Так в смысле круглый стол, он же всего один раз был. Я немного пообщался, наверное, с кем ты батлился. Я не скажу, с кем батлился, но третий этап был. Давай скажем там. Сеймур, вопрос к тебе. Кого следующего разъебешь? Да. Не знаю, весь Fresh Blood. Бля, в основе. Кроме PM. В основе, короче, нас, Сойер, конечно. Нас всех возьмут в основу, и там мы будем батлить все против, сначала против Сеймура. Если выиграем, то у нас финальный босс, Слава КПСС Blood. Вот. Что за чебуреки важные сидят? Слышь, я не важный чебурек, я вообще нормальный чебурек. Что за батлы были в Газголдере? В Газголдере были прикольные батлы. Будет, спрашивать тебя, Фиделио будет камбэк? Да, да, все, мы все ждем. Габоныч просто дела. Не до нас. У меня, короче, я думаю, что я на второй сезон Фиделио ворвусь. Скорее всего. Я думаю, будет просто разъеб. Спасибо за дикцию. Дикцию, ну как дикцию? Дикцию никак не развить. Дикцию надо читать, разговаривать и все такое. Иногда можно флипать даже. Слово или вот. Версус? Слово или версус? Версус. Раздевайся тогда. В смысле? Снимай, это шмот всего лишь. Снимай, блядь, это всего лишь шмот. Шмот. В смысле? Предатель, блядь. Предатель, это если бы я в голубе тут сидел. В смысле? Да классная футболка, нормальная тут, вон, крылья. Нет, я к слову к СПБ офигенно отношусь. С работы ушел, потому что кончился контракт, и я не стал его продлевать. Вот, и я решил все поставить на
батл-рэп. Ой, Полина, давай потом с тобой пообщаемся, Полина. Мы тут Сойера ждем, а ты кидаешь запросы. Я только что снимал кепку. Что такое графоман, чувак? Это хохлядская фамилия, зачем ты меня оскорбляешь? Тебе надо было написать за донат 50 рублей, снимаю кепку. За донат 50 рублей снимаю кепку, за донат 50 тысяч сжигаю футболку эту, в скобочках нет. В смысле графоман? Типа Джон МакКоннен, обои графоман? Не-не-не-не-не-не-не. Чё там, хуй надо сосать? Не, у Палмдропова, кстати, не очень лекция. Когда твой батл в основе выйдет? Мне нравится Палмдропов. Я не знаю, у кого ты спрашивал про Палмдропова, но мне нравится. Сколько батл с Лёхой выйдет? Хуй знает. Батл с Лёхой когда-то выйдет. Это уже круто. Чё, народ, какие еще дела? Индивид Каев. Какие еще дела? Да, кстати, спрашивали про мою одежду. Саша Индивид, залогинься. Спрашивали про мою одежду, в которой я батлю. Это, короче... О, панчлайн, нарисуй монобровь, сделай ник Витя Брови. Так, чувак, монобровь тогда, Витя Бровь тогда получается, а? Витя не бровь, Витя в глаз. Вот, их кто спрашивает про одежду мою, это одежда Индивид, свитшоты, покупайте у них. Чуваки из Архангельска, поэтому никакого, вот тут я не продался, трушная бесплатная реклама, потому что они свои братишки. Батл с Лехой был? Был. Давайте, все короче. Знают же уже, что был. Чуваки, батл. Короче, был третий этап ФБ, и до этого пару недель назад был батл в Газголдере, где был батл Сеймура и был батл, соответственно, Сеймур и Леха Медь. Вот и все. Да, реклама вообще пиздец. Так и че, чуваки, че вы хотели? Сеймур, тебе пора вынести гнойного. Как ты думаешь? Да уже просроченная инфа. Просроченная инфа. Как вы думаете, кто бы вынес, Гнойный или Сеймур? При условии того, что Гнойного вы знаете, а Сеймура нет. Четвертый этап, это полуфинал? Нет, чувак, нас же чувак, 6 батлов. Не спеши. Так, у них будет 6 батлов, потом 1/8, 1/4. Да, и я могу с ПМом побатлить 6 раз за сезон, но это пока скрытая информация. 6 батлов. Без шуток. Почему Сеймура не был на ФБ? Был. Вот я и мы сейчас в Питере. Мы сейчас в Питере. Чувак, привет. Чуваки. Да, мы в Питере. Рома Тилс. Сеймур вынесет. Гнойный. Сеймур. Вижу первый раз. Ну так. Как я тебе? Сеймур. В смысле? Посмотрите батлы Сеймур. Вот вы меня спрашиваете, кто такой Сеймур. Наберите в Ютубе Сеймур. Посмотрите батл с сыном проститутки. Батл с всяческим на финале. И с Лехой Медь можете не смотреть, потому что... И, конечно же, с Айшой. С Айшой, да. Посмотрите батл с этой Айша. Лучший мой батл. Айша, иди нахуй. Гнойного в топку. Вот туда же его, да. Гнойного. Ну, прикольно у него сегодня песенка-то вышла. На финале РБЛ вряд ли смогу присутствовать. Финал, то он победит Мирона. Логично. У Сеймора на Трубатле лучший батл. Когда на РБЛ? На РБЛ, не знаю, пока не собираюсь. Бови уже популярнее Сеймора. Все возможно. Но мы тут не меряемся этими популярностями, так что микс всегда разъебу. Вот, кстати, Сеймор Корифей, посмотрите батл. Вот это. Сойер, сука, мы тебя все ждем. У нас слова заканчиваются. Где ты, куда пропал? Это твой грех пишет. Сеймур лучший батл. Скорее всего. Твой грех. Покажи своего мовца. Блин, мой мовец спит. Сори. Сеймур, сколько стоит гастрайт? Вопрос не ко мне, хорошо. Бля, дорого. Короче, когда мне пишут, все предлагают им рекламу или что-то, что-то загастрайтить или что-то, я всем отвечаю от 70 тысяч. 70 тысяч, прикиньте. Ну, типа, все как бы сливаются сразу, но вдруг кто согласится и будет. Вот поэтому Рики Эв стал крутым этим гастрайтером. Вот он, видимо, делал. Он когда-то написал... Он ждал просто, да, момента. Он когда-то написал сотку за текст, и все-таки все это... Бови-головка, моя бови-головка заряжена, здесь нет тайны, итог за обе щеки накидаю семян, это ли тайный исход? Тигры сила, ЕКБ! ЕКБ, привет. Я за сотку лучше напишу. Пиво Хайнекен. Ну, за сотку тысяч я тоже лучше напишу. Да, 70 мало, что-то правильно. Нахуй Сойера, мы ждем еще 12 минут и отписываемся. В смысле нахуй Сойера? Ты че? Я сейчас Рому Тилса позову тогда. Бля, Бови Головка спит вместе с мовцом. Вы че опять за... Че пошла за это? За гомеопатия у вас? Ребята, спасибо. Насчет сезона не знаю, но это... У Сеймура три норм рифмы в строчке.
Вот так вот. Короче, смотрите, с кем финал-то мне батлить? Потому что я решаю там судьбы. То есть, да, я кого-то могу разъебать, кого-то могу не разъебать. То есть, кому-то дать шанс могу, кому-то могу не дать шанс. С кем мне батлить в финале? Он может пожалеть ПМа, да, на групповом этапе и батлить в итоге с ПМом. Да, да, да. Короче... Или разъебать его и батлить с Микси. Бови головка, украденный панч у КВН. Чувак, так я в КВН не участвовал. С ПМом? То есть остальных можно не это, да? Рэп-перископ, да, нормально, прикольную работу делают. Не, с Парагрином я могу не батлить в финале, потому что, блин, ну из одной команды челы не будут батлить. Витя, ты всегда сбиваешься, когда толпа шумит. Я не сбиваюсь, когда толпа шумит. Я делаю паузу на то, что толпа шумит, и потом продолжаю. За твой красивый голос я готова тебя зацеловать. Мама, залогинься. Сойер тебе гастрайтит. Сойер на третий этап мне гастрайтер. Гастрайтил. Так что посмотрите. Рома Гастрайтилс. Тебе пишет текста Сейму. Конечно. Да, блядь, конечно. Кто еще? У меня есть true и информация, но я вам не солью ее, потому что вы не скидываете, не скидываете на пиво деньги. У меня есть один батл, где он гастрайтил. Я могу рассказать, какой и почему это произошло. Но это было не на Версусе. BPM не вывез бы, потому что я не хочу батлить. Че, вспомнил, да? Как тебе батл? Про что? Про какой? Про какой? Про батл, в котором ты гастратил мне. Вот. Но на пиво скинут, я скажу. Скажу, че, где это было. Сам гастратишь? Ну, пока не было предложений. Ну, пописать. Я тебе предлагаю. Пописать можно. Я тебе за 70 напишу. Кому текст надо написать? Кому написать надо текст на этот, на кого бы ни было, обращайтесь. Какова она основа Версуса? Да, кстати, я пока тоже не был в основе Версуса, я еще не знаю. Как там в элитке? Рад? Потрясающе просто. Против КПСС вышел бы? Кто? Видите, вы же с Эймером из разных против КПСС. А. Ну, в смысле, мы из разных городов, но, блин, чуваки... Еще раз, давайте, был третий этап Fresh Blood. Вот его не было кучу месяцев, но он состоялся. Я не скажу с кем, но он был, потому что это, ну, информация уже слита, по-моему, всем менторами там и всякими. А мне можно слить инфу? Скажи. Я же не ты. Какую? А, слушайте. Тебя штраф всегда будет. Смотрите, смотрите, ребята, если я солью информацию, меня выгонят с проекта нахрен. Если он сольет информацию, ему ничего не будет. Поэтому... Сейчас может это, кто скинет на пиво, я типа пойду проверять смс-ки, и он вам сливает факт какой-нибудь про батл рэп. ЗБ присутствовал на Версусе, да. ЗБ сказал, что мой раунд был 3 точки. Сколько лямов наберет Сеймур Леха Медь? Сколько? Ноль. Я думаю, ноль он соберет. Уже не факт, что он выйдет. В Макдаке я редко ем. Чувак, я и так толстый, блин. Я не хочу, чтобы потом ПМ батлил меня за вес, поэтому я не ем плохую, неполезную еду, кроме пива. Поздравь Артема Орла с др. Артем Орел или да. Орл с др. Пиздобол. А, не. Придется выйти, чтобы скинуть. И Versus Fan 1703. Мама ты или нет, но я тебя запомнил. Спасибо, ты очень прикольный. О, Вика Герасименко, привет. Батл с Лехой настолько хуёвый. Ну, как сказать. Короче, смотрите, давайте мое впечатление по поводу батла Лехи Медь и Сеймур. Сеймур сделал крутой батл, но он может сделать гораздо лучше. Леха сделал, по мне, ну, так себе, очень. Потому что было затянуто, местами было нудно. И было как-то, что-то вообще не помню, панчлайнов. Вот. Сколько у тебя рост, спрашивают, на туре? 192 или 3. У меня 180 где-то с чем-то, он высокий, да. Я уменьшаюсь уже. За пиво мать продаж. Да нет, конечно, чуваки, это все угар. Я могу себе позволить. Слушай, Полина, если очень скучно, выйди нахрен отсюда, пожалуйста. Ну, серьезно. А насчет пива, это как-то, ну, не ходить, не скидывайте. У вас было такое, что заебались батлить? Бля, после каждого батла. Чуваки, я вообще заебался батлить, и женщины. Потом, короче, ты думаешь, блядь, я никогда больше не выйду. Никогда, сука, проходит 2 недели, и так, блядь, ну, сука, что-то никто не пишет уже. О, заспойлерил. Вложил бы уже, что ли, кто-нибудь.
Сеймур, Сеймур 2-1 выиграл. Блин, секрет, батлы не судились. Так что, блин, да пиво я никакое не люблю. Хайнекен я сейчас пью. Хайнекен, Сеймур сидеет. Охренеть. Там вот ты секрет открыл, конечно. Никто дай спойлеры. Сука, тебе говорят, дай спойлеры. Седина, сейчас это, я выйду, сейчас я выйду. Это я посеребрил просто. Блин, чуваки, ебался вообще давно. Женщина не рядом просто, далеко. Женщина далеко. А... Вставали во время раундов, это как вообще? Ну, во время раундов Лехи Метик все пиздец как уставали. Во время раундов. Просто невозможно. Комплиментарки. Стулья надо на такой, на такие батлы. Почему Сеймур за рост не батлили? Понял? Потому что есть более как бы выдающиеся места, за которые можно побатлить. В смысле? Чувак, на каком канале выйдет? Очнись, посмотри на меня, блядь. За рост батли. Блин, парни, батл был на Версусе. Батл выйдет на Версусе. Леха вот в шубе был. Леха был без шубы. Леха сразу показал новые порезы. Он прям, ну хвастался. Смотрите, какой. Мы знаем. Он даже без рукавов был, по-моему, да? Кстати, Леха Медь был без рукавов, да. Это у него все нормально. Все очень круто. Лехе, текст писал им все спасибо. Новый шрам. Он хвастается шрамами, как татуировками, да? Кстати, это новая, кстати, такая тема, ребята, блядь, по поводу батлов. Новая тема — хвастаться, что ты, блядь, еблан. Ёбнутый. Странная тема какая-то. На самом деле, да. Ребята, что бы в жизни не было, это, давайте без суицидов. Потому что это как-то вообще... Ебать я качок. По времени. О, 35. Поэтому... А ты бицуху давай. Покажи. Блин, у меня нет бицухи. Вы чего? Вы меня забатлите. Лёхе, конечно, похуй. Но понимаете, суть в том, что человек, когда батлит в образе и поддерживает этот образ, в конечном итоге всех образ один и тот же заебет. Поэтому человеку приходится уходить от образа, но не так просто это сделать. Потому что тебя воспринимают таким, и тебя полюбили за этот образ. Вот и все. И то, что это касается Лехи Медь, это касается сына проститутки и многих таких чуваков. Я думал, когда говорил строки про Смешарика, про что его запомнят Смешарика, я думал, что так произойдет, но даже немножко в батле с казахом он уже чуть-чуть ушел от этого своего образа. Выйди быстрее, ждем спойлер. В смысле? Я в качалку ходил, да, давно дело было. Блин, я выйду, да, но пока там смс-ок нет, что приходят Сереги. Короче, Серега сегодня в ночь едет на... Давайте насобираем лучше ему денег на такси. Как бы на пиво-то мне не надо. Ребят, на таксишку давайте насобираем. Сегодня человеку ехать в Москву. На Uber опять. Black, пожалуйста. На Uber Black. Вот. Да, давай. Кто лучше всех выступил на третьем этапе? Улыбнись, чек. Да нормально все выступили. Ну, почти все. Ну, давай. Да ладно, это же можно сказать, это же не спойлер. Кто? Ну, кто, по-твоему, выступил лучше? Кто, по-моему, выступил лучше? Парагрин. Парагрин. Давайте так. Мой топ третьего этапа – это Парагрин Фрешблада. Но при этом я считаю, что я сделал самый сильный батл по тексту. Ну, по тексту и вообще по всему, да. Вот. С кем батл? С кем? Из своих прошедших. Из своих прошедших батлов был самый лучший. Поэтому, блин, смотри, какая попытка. Написали: Витя, у тебя горит кухня, выйди, иди проверь. Мы сидим на кухне. Как вам, не удалось? Я пока не уйду. Майлз, да тоже нормально. Всем Смешарик нравится? Ну, потому что, блин, понимаете, неискушенные батл люди, которые не так много смотрели батл, для них это круто. А те, кто смотрел Глеб Трубин, Five, респект. А те, кто смотрел много батлов, они это уже слышали в разных вариациях, по сути. Но у Смешарика есть харизма и есть талант в определенных вещах, вот в плане придумывания этих рифмовок и вордплеев. Это вообще офигеть. А что делать со спойлерами к батлам? Засунуть их в задницу тому, кто это говорит. Вот и все. Победил Смикси. Я не батлил Смикси. Может, батлил Смикси. Может быть, буду батлить. Может, не буду батлить. И это не это. Не важно. Как тебе пиар от Немагии? Кстати, в натуре, кто-нибудь смотрел? Кто-нибудь... Я хуй Микси. Вот я почему-то пропустил вопрос. Че там? Как тебе хуй Микси? Хуй Микси? Блин, маленький хуй Микси. Я занимался дзюдо, я ходил 2 недели на дзюдо, да. Как там призовые? Купили спрайты. Дио, салют. Да. Есть способность сливать фаворитов. Ну, Леха Медь был не фаворит, поэтому, собственно, такой батл и вышел. Микси, да, все нормально. Что-то свет, да, тут так немножко лагает. Пары на 4-й этап нет. Нет. И, короче,
К забыванию текстов я отношусь плохо. Ну, сам забыл, поэтому я не могу кого-то в этом судить. Раньше, когда я начинал только участвовать, я думал, что нереально забыть текст, потому что, сука, ты же готовишься. Но, блин, как оказалось, это с каждым бывает, поэтому я тоже забыл текст. И, может быть, с фанатами фоткаюсь, да. С двумя своими фанатами со всеми фоткался. Почему браги с поля боя уносят ноги в руках? Враги. Браги, я думаю. Браги уходит на хуе на одном. Потому что ноги оторвал, им че тупой, блядь, иди. Тирепс, да. Образное мышление, иди, разработай. Будем с кем-нибудь это? Не надоело еще. Будем с кем-нибудь общаться? В таком длинном сезоне. А че? Да, давай. О, слушайте, есть у кого-нибудь какие-нибудь прям вообще офигенные интересы? Ой, бля, офигенные вопросы, кто может задать их лично? Научи Филиппа. Филиппа научить? Филиппать научи. Блин, флипать научить. Да у меня хуевые флипы, ребята. Реально, если у кого-нибудь есть прям вообще офигенные и вопросы по одному вопросу, кто хочет, набирайте, давайте там чуть-чуть поговорим. Только если вы не Полина. Полина ушла, потому что здесь все скучно. Ну, блин, мы скучные ебланы, сорян. Рая Стирманова, привет. У тебя мультяшный вид. Ну, это ж круто. Чуваки, блин, чувак с мультяшным видом приходит и разъебывает на Версусе. Это ж круто, блин. В смысле мультяшный, а смешарик. У тигров не ноги, а лапы. Так Сеймур, это не тигр. Почему не хочешь на ФБ? А зачем? Чтобы батлить год каждый месяц? Стремная. Мне спасибо. Нахую видео. Какая твоя любимая книга? Бля, мы даже, вот, даже никогда не разговаривали на такие темы. Как интересно. На книгах? Я могу вас оставить. Сеймур колется. Вообще-то не скучная. Йо-йо, спасибо. Блин, можно вообще повеселиться на самом деле. Можем пофристайлить, пофлипать. И все такое. Пофапать можем. Enrage сделал, ну да, лучше. Че, не хочешь фапать? А, или ты на вопрос читаешь? Схема по мультикам? Ну, такое себе. А, вот, сколько будет ватапов? Блин, короче, ребята. Ну, блин. Я кепку сниму за 100 рублей, понял? Которые ты себе засунешь сначала и покажешь мне, почему я в кепке. Потому что я... спонсоров своих. Реально будет год. Блин, сезон уже больше года идет, ребят. Ресторатор объявил старт сезона, когда в июле, по-моему, прошлого года. О, кстати, будет, ребята, давайте отпразднуем. Будет идти 2 года. Отпразднуем. А, Микси будем линчевать. Может быть, уже линчевали. Скоро все узнаете. Всяч, ну, всяч прикольный. Местами. Местами были плохие батлы, местами были классные батлы. Вот, короче, мы сейчас чокнемся, и у нас 2 даты скоро. У нас годовщина. Короче, первая годовщина в июле. О, за сколько рублей Сеймур зачитает текст на Леху? Ну, от 70 тысяч, я уже говорил. Короче, в июле того года, чуть больше года назад уже, Рестор анонсировал этот сезон Fresh Blood. 70 тысяч не кидаешь. Да я вам еще, блядь, и на миксеры накидаю. Короче, накидайте 70 косарей, он вам сейчас зачитает полностью текст на Леху Медь, я буду на бэках. И еще и на миксера фристайлом уберет миксера, просто так вот. Вот, год назад, примерно, анонсировал сезон Рестор, и сезон больше года идет. И еще одна важная дата, ребята, вы стопудово это знаете, ну, поймете. Короче, 6 августа 2017 года состоялся легендарный батл. Слава КПСС, Оксимирон, новая панк-волна. И, короче, недавно была годовщина этого батла, получается, вчера, да? Вчера, позавчера. Вот, целый год прошел, прикиньте, я был на том батле. И, кстати, вам вопрос, если хотите найти меня на батле, потому что некоторые пишут, типа, вот, это ты там на батле гнойного Оксимирона. Пересмотри, что такое? Это пятый лимень. Пятый пельмень, сука. Вот, и, короче, кто хочет увидеть меня на батле Оксимирона гнойного, включайте этот батл, потому что офигительный повод. Выиграл Слава. Слава выиграл абсолютно заслуженно. Насчет 5-0 я не знаю, блин. Но... Моя прическа называется «Скрыть седину» получше. Я обычно покороче еще стрижу, чтобы не было заметно. Ну, слушайте, стрижу, Чейни за меня не сражался. За сколько прочитаешь текст на миксе? Блин, за бутылку пива. Да ладно, чего, я угораю. Как бы, да? Расценки.
От 70 за бутылку пива. Слушайте, реально, человек просто вот не продавшийся единственный. Ему никто не хочет платить за такую рекламу. Я отказываюсь от коммерческих предложений, чтобы дождаться наиболее жирных. Когда будет выгодно. Сеймур, ты бы вышел, выиграл бы Окси. Ты был бы пятым человеком, который бы выиграл Окси. Пока у нас таких четыре, братишка. Ну, пока он не сказал, что я бы его выиграл, как я могу его выиграть? Как сельский говнюк из Архангельска попал в батл рэп. Приехал, попал и все. Что, блин, на какой минуте батле Окси Гнойного включать? Блин, чуваки, смс-ка пришла, я сейчас выйду. Меня видно там на протяжении всего батла, поэтому, если хотите, то посмотрите. Сейчас я проверю смс-ки. Давайте, я буду читать всю хуйню. Давай. Микси просто орущий долбоеб, согласен, чувак. Причем, короче, я буду спойлерить, пока Витя ушел. В последний раз он делал все то же самое, что он делал всегда, просто орал. Это уже не работало. Это уже не работало. Наконец-то, друзья. Наконец-то, блядь, все вокруг начали, протерли очки свои розовые, которые он, блядь, на них надел. И поняли, что это хуйня, весь этот ор. Денис Кирнсовка написал, раздевайся, сука. Донатики пошли. Хотят раздеть. Пацана, ты был рядом с Хеллом с нелепейшим ебальником, примерно вот с таким. Да, не знаю, не понял. Примерно о чем с таким? Когда Файв приезжал. Файв приезжал, они тут купаться ходили, меня не позвали. Это круто, купаться в озере. Лучше, конечно, ничего не может быть. Bad Boy. Bad Boys возвращаются. Bad Boys. Очень скоро они вернутся. Кавер. Спойлеры Cover. Продолжаются. Бови разъебал. Бови разъебал, конечно. Хеллоу, деревня, как дела, брат? Блядь. В деревне охуенно. Пойдем купаться на озеро завтра. Грибы собирать. Сеймур на ФБ-5. Нет, подожду ФБ-6, наверное. Витя, иди дальше, куда шел. Бля, пошел нахуй. Бля, ребята, я пошел опять. Не продавшийся, блядь. Смотрите, блядь, вот футболка за 300 рублей. Да? Не тушу кого-то, блядь, за 2500, блядь. Халявная реклама. Долбоеб. В судьях, PLC. Тирепс и Гарри Топор. Тут, блядь, спойлеры, ты без меня все, в общем-то. Это нет. Это пиздеж. На самом деле были судьи, значит, Дёрти Монг, Паша Техник и Брол. Сеймур, иди на ФБ-6-1. Нихуя не понял. Нихуя Бови тпхукнулся. Че, блядь? Какой вкус чипсов? Сметана и лук. Братан, бери. Лейс, свяжитесь со мной, 70 тысяч вы мне должны. Бови Микси 1-2. Пиздобольство. Сеймур, когда выйдет батл. Я хуй знает, пацаны, хуй знает, хуй знает. Чуваки, короче, по поводу батла с медью. Все, отвечаю один раз и навсегда. Типа, я хуй знает, когда он выйдет и выйдет ли он вообще. Об этом все знают уже вроде, по-моему. Сеймур, блядь, читай, ты милый, спасибо, очень всем приятно. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Иди нахуй все сюда. Строчка против Микси. Эй, Микси, если вы слетаем так сильно похожи, значит, не успел дочитать. Братан, наверняка топовый панч. Все нормально с лицом стало, без рофла. Ну где нормально ты, чувак? Ну посмотри. Ну. Если ты поедешь на море, то только на белое. Че? Ну, типа я расист или что? Что? Хуй знает, к чему это. Да, давай. Ты че, хач? Не, я не хач, я русский. Русский я. Сеймур, ты давно знаком с Витей? Мы знакомы лет 10, наверное, с текстовых батлов. Мы начинали на хип-хоп.ру. Сеймур, когда батл с Тирепсом? Никогда, я думаю. Да мы хорошо общаемся с Тирепсом. Я хотел батл с Тирепсом только потому, что я готовился к батлу с Тирепсом и написал мне текст. И у нас нет никакой вражды. Я типа не прям жду его разорвать. Типа, я вообще похуй. Как бы Артем не хочет больше заниматься батлами. Он хочет заниматься музыкой, и у него вышел альбом. Все слушайте. Неплохой альбомчик. Как бы Артемка красавчик. Все. Слушай, подожди, чувак, Витя, ты читал PM, типа шел 24-й батл, он все еще перспективный MC, сам говорил, что у тебя было около 100 батлов, хотя до версии это был неперспективен. Короче, по поводу этих строчек, понимаете, суть в чем? 100 батлов, это не 100 батлов вот так вот один на один на камеру, это 100 онлайн батлов.
онлайн-трековых батлов, в которых я участвовал. Это он еще каждый раунд считает за отдельный батл. Не-не-не, который я считал, который я с 7-го года участвую. Это не 100 видеобатлов. Вот и все. Следующий вопрос. С Гнойным будет батл Сеймур? Блин. Не будет. Это все, пропускай, похуй. Карелий. Привезите Сеймура в село. Я из него и не выезжал, чуваки. Важный вопрос. Пацан должен держать слово? Да. Да, да, да. Хоп, ты доволен, я разделся. Дио, это что? Да спасибо. Помогу я тебе, блядь, палеты донести, ты заебал. Я разделся, чувак, спасибо. Ты хотел видеть меня без футболки, ты мне скинул 100 рублей. Чувак, я без футболки. Я ответил. Давайте, красивые дядечки, последняя 10-минутка пошла. Давай разъебем этот чат. Да, спасибо, я был с Лакосом на батле. Я разъебал вообще все, ФБ напрочь. А что Витя говорил, что ты с Артемом будешь батлить? Бля, так чувак, год прошел, он год назад должен был батлить. Карелия, привет. Ты рядом с Лакосом был на батле Окси Гнойный, понял, да? Было дело, было. А теперь, блядь, версус ему родной. Пацан должен держать слово СПБ. Вот победитель слова СПБ, он его держит. Я держу. Да, я не победитель слова СПБ. Как тебе Майлз? Майлз крутой. Сеймур был в деревню, деньги пришли. Ну, какие-то пришли деньги, да. За все, кто отправил, спасибо. И Versus Fan 1703, в том числе, если ты отправил. Вот. В ближайшее время не будет батлов. Витя, объясни за косарь баксов за бой. Блин, короче. Внутрички. Это не внутрички. Посмотрите видео, внутрички, где нас отбирают в команду. Вот и все. И поймете про Бови. Микси проебал батлов. Привет из Одессы. А вы что, вы думаете, подождите, Микси не может проебать батлов? Ну, реально вы считаете, что Микси прям пиздец какой сильный батл рэпер? Я так не считаю. Я думаю, любой здравомыслящий человек не считает, что Микси прям какой-то охуительный. У него что-то есть, но у него дохуя чего нет. Вот все. Как вам сообщают? У нас есть ментор, и ментор нам отправляет почтой. Кто ты по гороскопу? Ты совместимость наш хочешь? Я козерог. Я дева. Вот так вот. Скоро у меня днюха, кстати. Ровно год, как тебя знаю. Круто. Гороскоп ответили уже. Микси, кусок говно. Чувак, плюс один от Димона Ортопедова. Привет всем. Что-то есть. Так, Микси хуйло. Не, Микси не обязательно оскорблять. Блин, понимаете, суть в батл-рэпе и в человеке — это разные вещи. Он может быть хорошим батл-рэпером. Человек, он вообще... Да. Ну, нормальный золотой чувак. Нормальный чувак, очень красивый. И, кстати, заказывайте мерч у Микси, он вам лично его привезет. Вот, в любой город. Спойлер, нет. Вот эта хуйня меня тоже бесит, да? Чё? Блядь, они заебали, они хвалят, блядь, друг друга из своей команды, хотя, блядь, на самом деле... Почему? Половина хуесоса. Почему? В смысле, ты кого хуесосом назвал, блядь? Чё ты казаху, чё? Ты не, да, говорил, что он это... хуесос? Да казах нормальный пацан. А кто хуесос-то? Хуёво. Блять, да почему хуёво-то? Почему хуёво-то? Ну шо хуёво? А третий этап-то охуенно? А вот этот ты упал. Третий этап лучше, чем предыдущий. Но хуёво все равно. Ну в смысле, ну по сравнению, ну типа по сравнению, блядь, с топовыми чуваками-то хуёво. Ну да. На волне с мерчем. Как вам увидел. Короче, надо быть честнее, да? Че вот это вот, блядь, мою команду, вот, типа, блядь, тебе могут нравиться, блядь, чуваки из команды Оксимирона. Я, блядь, этого не скрываю. Ну, а че, блядь, за Я хуйня? Считаю Пиэма сильным, я считаю сильным Династа, потому что у него есть батловый опыт. И, наверное, все. И в плане батл-рэпа. Смешарик может прокачаться на Версусе, да. Ну, не обязательно должен быть в команде аутсайдер. Ну, не может просто команда состоять из одинаковых пиздатых или одинаково хуёвых чуваков. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в целом это должно быть все посередине и в целом. Так, по сути, он даже не казах. Вот это спойлер сейчас. Сейчас обидно было. Он же из Карасу. Он же казах. Вы чё? Зачем вы лишите очко ребятам из своих команд? Это вот. У вас тоже в контракте. Да, да. Блять, сука, братан, свое очко ближе. Свое очко ближе. И очко братана ближе и слаще. Вот и все. Это я не про него, кстати, говорю. Я батлил с третьим этапом. Да, блядь, вас разделили по командам в случайном, блядь, порядке. Мы сдружились. Мы сдружились, пиздец. Да вы уже на первой встрече, после, когда вы друг друга еще не знали, а вас разделили, уже, блядь, вышли с позиции, что вот эти шестеро мудоебов, а мы, блядь, Dream Team. Какой вы Dream Team? Вы, блядь, не знаете друг друга. Спасибо за 7 рублей. А, это лучший. Так это Денис, это Денис. В моей жизни. Держит, слово держит свое. А, круто. Сеймур, когда батл с Дизастером?
Бля, не знаю. Единственная площадка осталась, на которой я не забатлил, да? KOTD. Блядь, надо связаться с органиком. Кстати, вы выиграли финал на онлайне. Да, выиграли недавно командный батл. Кстати, Сеймур реально человек, который батлил вообще на всех батл-площадках России СНГ крупных, кроме BPM. Вот загибайте пальцы, если у вас есть 6-7 пальцев есть, то вы насчитайте. Вообще везде. Филиалы слова не считаем. Да, слово это один проект. Это один офигительный. Я 50 присылал. Спасибо большое всем, кто присылает. Блин, ты не услышал, потому что я не скажу. Был третий этап, не скажу это. Мы такие милые, спасибо. Мы не можем все читать. Бой, кого считаешь сейчас лидером по панчам и подаче? ПМ, а у нас Парагрин и Браги. Скромняшка. Тебе предъявят за спойлеры Сеймура? А он какой-то спойлер сказал? Нет. Да, он батлил на Версусе. Блин, чуваки, алло. Сеймур был на бомбе. Бля, ты... Бля, просто... Ты на трущобе батлил? На трущобе батлил? Едь на трущобу. Династ батл на трущобе организует этому человеку. У него это... Почему Сеймур такой охуенный? Ну, блядь, почему ты такой охуенный? Я не знаю, это пиздёж вообще. Да в смысле пиздёж, нормальный ты парень. Давайте последняя пятиминутка каких-то этих веселых вопросов. Давайте повеселимся, то что эти спойлеры? Вы когда едете трое суток в поезде, потом обнимаетесь и плачете, когда прощаетесь время, так вы случайно попутчики. Ну, часть есть слов. Давайте, короче, так. Сеймур рекламировал. Давайте я, хотите, про пиратов Карибского моря вот эту хуйню расскажу, типа, да? Короче, ну, кому интересно, кому не интересно, блядь, можете сейчас рекламная пауза отойти посрать, там потом, видите, вам что-нибудь расскажет про спойлер. Короче, про пиратов Карибского моря, да, у меня есть кореш на СТС, который работает и который попросил меня как-то, типа, им нужен был, было зачитать рэп, у них был текст, и им нужно было зачитать текст на рекламный ролик. Я пошел и по-братски записал, я за это ничего не брал, и мне за это вообще не стыдно, как бы мой голос звучал, но я это, в общем-то, нигде не пиарил, и мне похуй, я за это деньги не получил. Так что, иди нахуй. Ну, своими Владимир. Предъявами, продажный шмара пошел на телек. Рост 180, вес, наверное, 70 где-то. Плюс-минус. А кто больше всех набухивается после батлов? Сеймур СТС, да, это я. Сеймур СТС, до того, как это стало мейнстримом. Видите, у нас гной намного гораздо больше общего, чем вы думаете. Вот именно. Батл на СТС, давайте организуем. Батл Гнойного и Сеймура на СТС. Офигенно. Киркоров будет судить. Кто, по-вашему, фаворит команды Окси? Пандропов. ПМ. А, любимая панча против меня. Да хз. У ПМа про Димона и Витю. Это прям топ панч. Очень крутой. Прям очень классно. Да, я был на Сарычево мероприятии в роли журналиста. Но сейчас уже не работает. Ты же везде журналистом был, нет? Спрашивай, заебали. Леха про это говорил, кстати. Леха первый. Не смогла, подожди, не смогла, не смогла приехать на запись третьего этапа. Моя подруга к тебе подошла, попросила чет Лере черкануть. Спасибо. А, спасибо большое, да. Я тебе писал. Напиши мне куда-нибудь в директ или ВКонтакт. Мне просто интересно. Расскажешь свою реакцию, потому что я реально не знал, что написать. Любимый панч КПСС, давай. Про, короче, олимпийский подходящий гроб. Охуенно просто. Просто вообще лучший панч, который был на том, на том батле было очень много панчей у Гнойного, реально крутых. Мы вскрывались просто. Был первый раунд Окси, потом первый раунд Гнойного. Я подумал, блядь, что это реально лучший батл, на котором я был вживую. Ну и, наверное, вообще. Когда батл сольют, я уже отвечал, Сеймур или Замай, это тебе, видимо, вопрос. Выбор, блядь, нехуёвый. Как бы Сеймур или Бог, да, тебя спрашивают. Нахуя ты обмазался говном? Да это метафора была, вы чё? Да, про олимпийский гроб было круто. Блин, слава богу, последние две минуты, и мы дальше пойдем, попоем, да, напишем текст на миксе или на кого-нибудь еще. Ты не стал отвечать, да, Сеймур или Замай? Я сказал Замай. Пересмотришь, блядь. Я сказал за май, блядь. Окей. В смысле? Огил или Сектор? Окей. Я не смотрел батл еще Огил и Сектор, но посмотрю. Окей, да, ну посмотришь блокнот, напишешь. Это такая была просьба очень необычная. Я постарался. Так, ну что, две минуты осталось. Незанудные вы, мои люди. Спасибо, кто здесь. А что, час максимум тут? Тут час максимум, прикинь. А, кстати, люди, блин, это...
Че, по часу трансляции надо вообще с вами общаться, не надо? Просто некоторые пишут, типа, давай интервью, но я не хочу давать интервью пабликам по 20 человек. Типа, может быть, лучше так как-то почаще общаться? Или стримы, давайте в сапера играть. Я офигенно играю в сапера, лучше, чем Микси. Вот, можно делать какие-то стримы. Сапера, блядь. Стрим сапера, охуенно. Сука, никто так не делал. Все так, да, конечно, никто так не делал. Я же новатор в батл-рэпе. Змейку можно поиграть на телефоне. А, приятного пива, спасибо. Эфиры чаще. Да, спасибо, спасибо, надо. Ну, посмотрим. Короче, я теперь безработный, времени больше разъебывать голубей, времени больше разъебывать друзей, привозить к себе в гости. Вот. В смысле, нашел чем хвастаться за 90 с чем-то секунд профессионала. Вы что, охуели? Украина или Казахстан? Я в Казахстане не был ни раз. Вот. Так что Парагрин Микси. Микси выиграл, говорил уже. В общем, что, спасибо всем, кто сапер, пришел. Сапер, конечно, охеренно. Я же бомба замедленного действия. Браги стрим. Пошли ворвемся на Браги стрим. О, на Браги стрим мы врываемся. Ребята, короче, у братишки Браги сейчас стрим, который случайный попутчик. Ну, тот, который пошел нахуй, не друг мне. Спасибо. Врываемся на стрим сейчас Браги. Так что это, заходите туда, потусим. Вот, в общем, всем спасибо, кто здесь был. Через полминуты все это уйдет в закат, в небытие. Кто не смотрел, мы это оставим. Вот, осталось 20 секунд. Вот, так что давайте, ребята, всем спасибо. Надеюсь, мы не слишком скучные, занудные мудаки. В следующий раз пофристайлим, пофлипим. Вот, так что давайте. Всем пока, пока-пока-пока. Всем городам. Всем городам, вот, всем, кто... Я сохраню прямой эфир, если кто-то туда хочет смотреть. Всем спасибо, кто нам скинул на пиво. В общем, счастливо, люди, пока. А-на-на-на-на!